Йоу-хоу, всем привет! Меня зовут Артём, с удивлением с обращением, опять будет Dead Island. За что это видео за один день снимал, несколько видео. За один день несколько выпусков. Просто тут это надо все за один день пройти. Весь город этот. Так, короче, я сразу несколько заданий прохожу. Так. Это этой высоты 2-3 часа, чтобы пройти все сразу. Так, короче, тут задание. Отправиться в ушный дом. На момент задания. Заезжаем. Давай, давай, ладно, давай, давай, есть. Так. Хорошо. Заходим. Так, без родными, да, есть. Глава 5 уже у нас. Ну и что у нас тут? О, шампанское. Так. Вот это вторая книжка. Давайте прочтем ее. Интересно, что будет написано. Так. Попуга Новой Гвинеи состоит из Восточной Новой Гвинеи, Новой Британии, Новой Ирландии, Бугенвии, 6 сотен маленьких островов и архипелагов. Ясно. Так. Неплохой домик у них тут. Нехило живут, сука. Жрачки. Игрушки тут везде. Плакаты интересные. Даже очень интересные. Так. Там гамма милок стоит. Пока я пойду к ним. Подошли немного. Так, пока там стоит, ничего не делает. Опять шампанское. Покажем, не везет. Так, чем быть? Давайте, давайте. Давайте так просто. Сюда. О, какой еще. Вот это опасно будет противник. Давай, рычи, рычи в хрому. Давай, рычи в хрому. Тихо. Давай, 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 давай. Так, кричит. Так, сейчас, 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 так. Тихо. Давай. Так-то нормально люди. Все, мне можно добивать его так буквально. Так. Так, меня не понимаешь. Что, хитрый такой парень, хрен. Думал, ты самый хитрый. Так, отдохнем немного, передохнем. Нет, какой там уровень у меня? Блин. Что-то да чип, ну, думаю, такой же, как у меня уровень. Может там опыта больше, поэтому чей. Так, что-то есть у нас собрать. Так, мыло, мыло, мыло везде мыло. Мыло и в Африке мыло. Так. О. Все, заходите, ребята. Путь расчищен. В армии нас учили убивать. Но никто не рассказывал нам, что делать, когда враг твой лучший друг. Хотите снова нам помочь? Так, так. Так, стоп. Я могу сделать уже секретное оружие Эфтхантов Глова. Давай. Хоть появилось у меня там или нет. Ух, хорошо. Так. Вот это уже настоящая жизнь, ребята, если что. Очень такое интересненькое оружие. Так. Это что там курорте нашел-то? Надо бункере 02 найти, черепок там где-то. Да, и надо забраться на ровно высокую гору, поставить там алтарь череп. И будет чертеж этот. Ну, мы их в предыдущих выпусках увидите, короче. Я вам быстро все расскажу. Так, сейчас, подожди. Мне нужно, чтобы вы сбегали в ближайшую аптеку и принесли мне вот это. Вот тут на бумажке написано. Убедитесь в том, что возьмете именно это. Оно лежит в аптечном холодильнике. Ясно? Ясно. Да. Отлично, вперед! Вперед, ты в путь. Ну и? Есть. Да, это за шесть. Кое-что меня беспокоит. Здесь когда-то была военная база. Я там как раз служил. Но после начала всего этого безумия я нигде не видел ни одного человека в униформе.
Начинаю задумываться. Не имеют ли военные к этому... Что? Начинаю задумываться. Не имеют ли военные ко всему этому прямого отношения? Не в первый раз происходит утечка биологического оружия. Что задумался он? Конечно. Правильно. С какой радости отказываться? Возьми этот магнитофон и записывай все, что слышишь. В Баное есть две передающих станции. Одна на тюремном острове, так что про нее можно забыть. Вторая находится где-то в джунглях. Дело, конечно, рискованное, но попробовать стоит. Помню задание это. Как что-нибудь выяснишь. Только не особо задерживайся, ладно? Что там только опыт дают еще, по-моему. Посмотрим. Ну да, точно, один опыт еще. Так, что у нас было, что у нас было? Так, никого не надо. Сколько, по-моему, что-то да, я куда-то где-то там в зоне склада. Спирт тоже как раз нашел фотографию. Взял фотографию. Сдох, это где сдох. Надо выйти отсюда. Есть новость? Ой, блин, забыл починить оружие. А, у нас там уже починить еще. Там уже тоже есть верстак. Так. Так. Соединение сдох где-то находится. А, это взял уже, выполнил уже. Я хотел гагарти. Капец, как далеко. Однокровно. Тоже не близко так. Хочешь уже все постеры будут. Вот так. Вот так-то. Так. Чиним, все чиним, отчиним. Так, тогда я вам покажу секретное оружие, как работает он. При помощи его можно вообще любого противника завалить. Кроме тарана, конечно. Тарана вообще ничем не сбить. Он потому что танк настоящий. Агамилу там, самоубийцу этого. Вот топника сразу, да, шока сбивает с ног. Так, током их. Смотрите. Во, видите, сразу падают. Нормально их. Проверим на грамме, когда будет. Сразу забавим, но убьем. Давай, помирай уже. На тебе. Все. Нормальное уже такое. Чего? Так. Ну, туда зайти, ну, попозже. Да стоп, это другая садячка лежит. Стоп, подождите-ка. Да, верно. Отдадим-ка он, конечно, деньги не помешают лично. Сюда все. Так падает и блин. Раз. Два. Все. Тоже хочешь получить от тебя? Арбашка хлыстнула, так. Хоть я ничего не купил. Так, тут что лежит карточка, нормально. Так, я после разъедить надо, я забыл уже. Так, к этому не пойдем больше. Так, тут где-то камила находится, стоит, если что. Опа, у вас слишком много тут. Не будет бочка есть, как-то. Ну, больно, уже нету, и есть. О, есть бочка. Сюда все сюда. Живо сюда все. Да блин. Сколько вас тут? Неплохо. Ух, чуть не убили сейчас. Опасно было работенком. Просто думал, сзади никого нету там, я думал. Прикажем убийство водяника не нам. Снимает расходы виносовости ресурса наручного. Да и двуручные люблю использовать. Да. Оружие выходит на год. О, тогда всего оружия увеличивает прочность. Качай. Тихо. Никого не кидай, пожалуйста. Хорошо. Спасибо. За оружие. Давайте тоже убрать. Выехать в монтаж. А, не получилось.
Стивиса собираемся, пока еще не наезжайте. Все. Так, где тут громила находится? Так я раскатывал, начал. Так, смотрите. Что не падает, не помнишь. А чё громила не падает? Шо, и пофикси это, что я оружие. Были. А чё не падает, смотрите. А что за руна такая? Чего его не сбивает ток? Это оружие он стих сбивает. Уже его разработчики изменили. Блин, обидно. Похоже, не исправили оружие это. Похоже, это баг будет уже сбивало всех. И теперь оно не работает как надо. Да уж. Похоже, разработчики испортили оружие это. Слишком хорошее уже было для них. Похоже. Блин. Зарача им бабла оружие. Было это. Иди сюда. Все больше не сбивать никого, но только слабых почему-то уже. Ладно, давайте еще раз на зомби проверим. Может, нас девушка громила не падает, может, поэтому не упало, и может это оружие не работает больше, как надо. Что понять не могу. Конечно, оно вообще всех сбивало с ног сразу, вообще что непонятно. Так, нормально убиваюсь. Какая толпа громадная была. Сколько денег? Так, нормально сойдет. Так. Ну окей, пошли дальше. Постер развешивать. Что было? Развешивать. Сказал зачем. Так. Давай. Так, я думаю, делаем дальше. Так, надо яку идти. Сможем так. Факт, так, стоп, я там все взял. А, да, все. Так, факт. Где наш факт? Находится там. Так, вот 15 тысяч. В самом большом городе по Новой Гвинеи, порт Морсби. Безработица достигает 60%. Ну конечно, Морсби все-таки город. Там да не пойду я. Сюда зайти может стоит. Все, похоже, уже. Уходить отсюда уходить можно. Подальше от них. Как можно дальше. Так. Что пока не надо заходить? Пока у нас задания нет. Хотя. Пока нету заданий. Так. Хорошо, хоть тарана тут нет, а то бы хил, не хил, пришлось сражаться с ним. Да, что мучить его лучше, а еще не лучше. Понятно, ломать его. Ну, верстак таки мочить его улучшить как надо. Так, стоп, сейчас туда зайдем. Тут где-то ящик с оружием лежит. Тунистым оружием обычно тут. А, нет, колонн появился на этот раз. Не повезло. Что такие живучие? Покажите, зомби. Фу, аж тошнит от них. Вовремя. Так, самоубийца, надо быть внимательнее. Так, сюда идет и нет. Ты где? Руки вверх. Это косы как из воздуха. Нормально стоять не может. Так, хорошо. Следующий постер очень как далеко находится. Ближе всего будет насосная станция. Насосная станция. Так, стоп. Ну ладно, давай. Так, стоп. Как же так упустил уже. Так, это вот уже в этой зоне магазин. То есть, дом есть. Стоп, хотел как раз, один сдох. Когда он завел Санте Брата на этом задании.
Так, не сквозь, не написано. Так, слушай, подождите. Тут это было задание на те богатые, этого одного там типа. Что, больше нету этого задания? Там завелось, но не помню уже. Радио, гаечный, и таким вон, пока не до задания этого. Странно что-то. А это да, сюжетная ночь. Он поближе будет. Хотя я может попозже его выпнуть, пока не надо их. Давайте. Так что поближе будет. Давайте хладнокровно возьмем, потому тогда что все было. Так, хорошо там. А что я взял тут, кажется, всех яиц? Инсулин. Да, все взял. Так, пошли сюда туда. Так. О, тут такие громадины. Таран, тихо. Блин, меня хочет туда идти, когда стою. Тихо, как это за заяц? Ну да, заяц прямо на машину, как он так сделал. Тихо. Останется меня. Так. Ты уже живучий слишком, не надо что придумать. Так орать. Зарай тут они, психопаты. Все. А с собой что делать? На тебе. На. Да хорош, выходите, ребят. Спокойно, хорош бегать. На. На, так. Нравится? Ай, блин. Быстрее собирайся, Логан. Бежим, новый не убежай отсюда. А то за пять будет без пойти уж. Быстрее уходим отсюда, ваем быстрее. Чертям ваем отсюда. Так, можно вниз сюда спустимся. Так, это все изучил. Что там было? Трава позалетающая. Понятно. Так, тут зона бандитов. Тихо, не стоять пока. Тихо. Ты где? А вот тут. Все. Что у вас тут? Пистолет. Стоит мало, не надо. Этого что? Опа. Это уже получше. Так. Все. Давай, сюда идите. Как ты взялся? Я здесь, кретин! Да, вот. Как ты туда залез? Скажи. Как ты туда залез? Все. Пидшот ему, бошку. Так, что у нас есть время, давайте. Пока зараженные не убежали сюда. А то они тут тоже могут появиться зараженные, те огненные. А где-то испарнятся в том месте, на крыше. Очень опасные такие. Тихо, туда уже не хотят подходить. С горячего здания выходят они, типа, одному. Точнее, там, убегают. С бешеной скоростью. Потому что уходим оттуда, подальше. И не возвращаемся туда. Так. Давайте выполним сюжетное задание последнюю очередь. Сейчас выполним задание это сюжетное, то там уже баг случится с тем, кто называется там, как это называется. Голос неба. Тогда Сергей не может быть ни стараний за выполнение сюжетное. Сначала к Сергею пойдем к этому. Потом сюда вернемся.
Так, нам сюда зайти, пока сюда лежит. Не, ничего хорошего нету. Так что мне пистолет взяться. Я не хочу с вами драться, успокойтесь. Да сюда зайдем. Тут бандюки живут. Так, не тут. Что попозже вернусь, так. Они же поэт, по-моему. А может по зомби поэт, не знаю пока. Найдется что-то полезное. Так, вот здесь. Давай закрыли нормально лорд. Да ё-моё, лорд, ты что, прыгать разучился? Или что? Во, нормально бежу. Да блин, дайте мне пушку уже, что пушки не появляются в ящиках? Уже давно должны были начать появляться. Вот батарею, да я и такой, нормально. Вот батарейку, да я. Сюда Роган прыгать, когда не хочет нормально. Да сюда попозже вернусь, так, стоп. Ну вот сюда зайти еще. Да сюда пошли. Тут эта карта лежит такая интересная. О, можешь похавать тут и поискать все молоток. Так вот. Зомбак. За пределами карты уже. На, туда падаешь. Да уж, какой город там большой, как вещь. Целый город еще. Мне туда не попасть. Ты живой? Живой. Точнее, живой. Была. Все пока я это не хочу с вами расти. У вас же большая толпа тут. Рамила, рад тебя видеть, хочу тебя убить. Даешь опыт. Даешь опыт, Камил. Сколько дадут? 4522. Нормально. И денег нормально дай мне. Все нормально. Так, ходил уже. Тут ходил. Так, я заходил тут и нет. Так, пацановится, как еще. Да. Тут был, там был уже. Тут тоже просто ходил. Дай, блин. Суки. Какие. Сейчас вам покажу всех пыс. Во как вам. Шон. Наиграйтесь. Так. Так, что такое дерзкий? Ох, испугай меня как. Все, ваем, ваем отсюда. Тут респавни сами какие-то здесь. Так, стоп, тут где-то должен ящик с оружием уже быстрее. Вдруг на изастре уже нахуй заверно будет. Пистолет. А, 400 вон там, выбрасывай кто-то. Дешевый, чекается. Дешевый. Все, заходим к мукам, блядь, там в дом. Быстрее, пока я как ноги не очнусь. Так. Что у нас есть? Похавай напоследок. Тихо, есть что ценно. Тихо, 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 тихо. Спокойно. Ха, вот так. Мяско моё. Кто еще хочет по башке? Давай. Блин, ну шлем там. Так просто не знаю, не хочу там. Чемпионные ракеты, отлично. Можешь хавать. Так, тут опасная комнатка такая. Так, что я взял, блин? Теперь вам подбирайте всякие. Так. Батареи. Ну слушай, что, заходим сюда. Нужно зайти, не знаю, там будет такое интересное очень.
Тихо, 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 заходим, 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 закрывай, закрывай, закрывай. Так, хорошо. Посуду помоем заодно тут. Житьем этого дома. Радио послушаем. Нормальная музыка. Я шел с музыкой. Так. Алкаш нашел бы как бы и случай. Так. Что похавает за мой вечер, ну? Ну что там у нас? Тихо. По одному заходите. По одному скажу, по одному, по одному, по одному. Не вставайте. Фух. Так. И что за у нас есть? Так, обычно все. Так, туалет. Пустой туалет. Должен ядерка с оружием красным, может быть. А, да, точно. Продадим, конечно, это оружие. Похавлю, пособираю все. О, какая картина классная, интересная, иероглифы какие-то. Ладно, идем. Самое главное выполнить задание в этом доме. О, мы уже кучу всего получать, так понакупать. Только денег много. А сейчас будет опасно, там готовимся. Что так темно тут? Кто свет вырубил? Так. О, во, класс. Так. Где находится книжка эта? Вот. После Второй мировой войны австралийская территория была контролируемая Германией, но Венеи были объединены в одну территорию под австралийской юрисдикцией. Понятно. Какая тут темнота? О, какая высокая, смотрите какая. Привет. Вот это громадина. Тихо. Вот это русский высокий. 2 метра рост прямо. Посмотрите только. 2-метровый рост какой-то. Есть что полезное? Так. Что у нас еще есть такое интересное? Вода. Так, ну вот и все. Уже ничего хорошего тут нет, но уходим отсюда. Уходим. Так, хорошо, все, бежим. Хопа, хоп. Хоп, что-то еще по списку. Посмотрим сейчас, посмотрим нас. Наш план. Огромный план наш. Так, что будет ближе всего находиться здесь? Радиоуголька, возможно. Да, я угадал, ребята, угадал. Еще постеры. И еще Сергей тут будет. Нормально. Все успеваем пока что. Сдохни! Так, побежай, так там наверху, что. Что не припомню, что там сходил. Где залезу туда все-таки. Нет, ничего хорошего нет. Так, хорошо. Эти ублюдки не умеют драться! Тихо, тихо, да что ты? Так, хорошо, хорошо, хорошо. И следующий. Так тебе, пойдем. Пистолет так себе, знаете, этот. Это тоже. Так. Папка, что творишь? Чего сюда не хватало? Так, давай сходимся. На, ребят, вот хедшотом сразу подвесил. Так. Похавай, пока есть возможность. Так, кто там еще взялся? Тихо, у него нож. Кажется.
Молотов нормально. Ну что, чиним все. Все чиним. Так, есть какое-то тупое оружие, помощнее моего. Нет, не то, не то, не то, не то, не то, не то, не то. О, а, армейская так себе огонь. Хорошо. Там у меня есть пистолет. Даже мочить туда улучшаем просто. Так, тяжести надо нам. Ну, пускай его найти, ничего, наверное, да? Молотов, сумма, кого нельзя отходить пока. Хотя уж и за даром сидели. Не спать, брат! Кто там? Сейчас получишь ты, бандюка. Тихо. Да, тихо. Хух. А ты откуда взялся? Ты откуда взялся? Блин, откуда... Появляется. Чуть не прибил меня сейчас, капец. Так, задание тут у нас. Обчистить дом, как я полагаю. Так. Пожалуйста. Стоп, кто есть какой-нибудь ящик? Посмотри, ой, точно не помешает. И наверх дешево не надо. Так, заходим. В мой дом лезли грабители. Перевернули все вверх дном, а меня самого вышвырнули на улицу. Все, что у меня есть, находится там. Помогите мне вернуться и берите себе что хотите. По рукам. Можешь на меня положиться. В такое время люди должны держаться вместе. Но некоторые просто берут себе что захотят. И убивают тех, кто стоит у них на пути. Они недостойны того, чтобы жить. Не церемоньтесь с ними. Дело сделано. Так, сейчас будет миссия, ребята. Адская миссия. Бандитская миссия. Получай! Как хедшот ему сказал, все. Уже никто не хочет подвидеть мою пулю в лоб. Окей. Похоже, никто. Так, что у тебя было? Так. Мы на слугу взяли денежки. Давай сюда. Что за бегал? Как всегда пара, когда все за парачный какой-то. Нормально. Так, что у тебя? Пистолет так себе. Так. Нормально. Крайне меня не ругали. Пора выезжать за знатным. Давай. Хавай, Логан, хавай все, что есть. На хаусе. Так. Опа. Это подбираем. Ну, красивый, знаю, стоит красиво. Каретка деревянная у него. Как бы. Ох. Неплохо пистолет, смотреть, как выглядит красиво. Вот еще лучше пистолет. Надо же. Классно. Так. Уже бандюки, к вам иду. Эй, нечестно, засада была. Давай, мышку сюда. Где пушку упасть? Так, все. Последний, надо добить вот так его. Следующий. А следующего уже не будет. Уже никого не осталось тут. Блин, зачем тут будут отвечать нам? Так. Нормально, что еще есть у нас такое интересное. О, тут годование плавуш. Похоже, вот я обосрался тут, что ли. Или еще что. Так. Не знаю. Стоит нормально, конечно. Не буду брать. Так, патрончики. Ой, карточки. Нормально. Так, вроде бы все это. Уже ничего не осталось, похуй. Пропускаем. А вот еще есть и там. Чуть шкафы тут остались. Пропускаем, очень интересно будет. Вот посмотрите. А что шкаф тут лежит? Стоит точнее шкаф. Что ж, ладно, идем.
Вас уже ждет этот стенд дахт. Дахт вейт какой-то. Дахт. Ну, фамилия какая-то дахт. Берешь награду дахт. Не правда дахт. Но это было необходимо. Закон должен дахт стенд. Всегда. Спасибо вам. И благослови вас Господь. Спасибо. Так же нам больше всего к нам. Постер, давай постер возьму, что ли. Радио Гагана, дай-ко Гагана наша. Радио, хотя нет. Хотя, если подумать, не так уж и далеко на самом деле. Ну вот так, сначала пойдем направо, потом налево по карте. Чтобы все успеть скинуть. Ну совсем близко, смотрите. Совсем рядом. Может, стоит повторить? Вот так, толпу давай, давай, толпу мочи. Все. Вот как нам. Давай уже, бать. Все, получил. Спасибо сказал. Пока. Так, факт. Сейчас почитаем. Сейчас будем тут все. Давай читать. Что у нас есть? Так, какой-то факт, какой-то новый у нас цун. Так, 17 значит. Пламенных сообществах были две основные причины каннибализма. Либо вернуть жизненную силу и данного умершего родственника назад в племя, либо забрать себе силу повреждённого врага. Понятно. Радио Гагарина попозже, понял. Значит, тут пройдёмся давайте. Что такое интересное место здесь, кое видим. Так, сейчас покажу. Значит, надо оценку зайдем давайте. Тут лежит карточка. Так, и это еще есть. Так. О. Денег нету, ну и ладно. Тут недалеко болото еще есть такое. Вот тут где-то. Хитрые замыки. Так, хлоп, может починить уже. Давай чини окна. Так. Просто заесть еще можно. Ну а вот болото тут какое. Тут ничего хорошего нет тут на самом деле. Ничего интересного. Пачка денег лежит тут и все. Ну стоят там. Так. Тут обычно таран появляется иногда. Сейчас тут нет его. Пока что нет его. Ууу, что за рычание там. Я ухожу, мне скажется, с нами служим. Не по себе. Это твое рычание. А, вот. Мне показалось, что там не ты, если стоит тысяч. Давайте тут пройдем, только атака и чешет. То есть ид-карта. Что я путаюсь с ним что-то. Так. Тихо. Так тебе как нечестно, меня оторвешь так. Все. Кирдык. Вот так, ты не сел. Живой. Давай сразу тебе будет так ключ. Он тоже дать пощущу. Либо за ты. Все. Так, сюда зачем бить давайте. Тут куча ящиков, как я помню. Огромная куча ящиков с оружием. Так, можно хлома выпадать. И то я двигать тебя баки мусором нормально. Как туда поместился он? Вот это можно продать, может, за хорошие деньги, за очень хорошие деньги. Давай, верим. Так. Да ладно, сражаю таким оружием, интересно. И наверх туда выбросим. Ты живой?
Мертвый. Который живой еще. Даже пусть он живой будет. Так, и тут еще один ящик. А-а-а, вот три. Нет, не надо. Тихо. Так, тут тупик, по-моему. Да, тупик. Ничего уже тут нет. Так, прям сюда, то можно и это единство выключить. Ух, какая память. Так, я живу, я знаю. Так. Так, ток тут. Давайте выключим блок, вот, если можно сейчас. Ого. Можно так, куда задание появилось там. Кот на крыше. Я помню его. Так. Все выключил ток. Непонятно, зачем это делать надо. Ну ладно. Тут ничего интересного нету здесь. Странно просто. Странно. О, еще один ящик не заметил. Мод ты не будет, это самобий мод. Но не нужен. Так все бы скорее пошли туда. Радио как не задание. Радио Гага. Так. Поехали, что ли? Так, стоп. Так, стоп, стоп, стоп. Подождите-ка. Хотя... Стоп. То еще есть где-то тут карточка есть где-то здесь. Надо бы взять, типа, я тут нахожусь. Тут очень опасное место. Да едка бы тут ходить. Тихо. Не трожь ты меня. О, сюда, сюда. Тихо. Ай, ну ты сволочь. Что ты получишь? Давай, залезай, залезай, вот так хорошо. О, как зараянник бешеный, подушный, видите, так. Так, блин, а. Если нам хотят отсюда тупо сбегать, забудь карточка. Так. Все, вайн отсюда, быстрее. Кстати, этого прибьем, пока можем. Сюда иди, давайте, взорву сейчас. Давай, сюда иди. Всех загнул, а тем выстрелил, короче. На, получи. Все, смываемся, сюда смываемся. Смываемся быстрее. Нет. Нет, три надо имел брать. Сейчас, что мы быстро бежим отсюда. Давай, Логан, беги, беги. Беги, Логан. Ой, какие бешеные кошмар. Тут бесконечные есть, зараженные. Тихо. Да куда заесть? Блин. Бежим. Сюда бежим и стоим. Их тут бесконечно, просто бесконечно. Тихо, 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 тихо. Он меня догоняет, догоняет. Все бежим. Стоит кто-то, прыгай, прыгай, прыгай. Ай. Это было больно. Все, там стой. Кошмар просто, вот настоящий кошмар. Так, ну, где-то сесть тут как-то, а вот так можно. Все. Ну, кошмар просто, что происходит в городе Мокс, беспредел настоящий еще. Так, радио Гага задание надо сделать. Так. Есть что полезное? Нет, с вами не хочу связываться. Хотя, с самоубийства есть, можно попробовать. Вот так. Нормально. Тут задание уже здесь такое неплохое. Давайте возьмем, пока мы здесь находимся. Вот. У меня мало, я не дотяну.
можешь сделать кое-что для меня? Отдать это моей семье. Я не позаботился о завещании и написал его здесь. Моя последняя воля. Ты мне свидетель. Да. Храни тебя Господь, друг. Если они еще живы, они в церкви. Я сдерживал этих тварей, чтобы они успели уйти. Так, что за зомби пропустил здесь? Так, бутылок спирта это. А, не прозащусь. Ладно, что там за задание какое там было. Радиолога, вот там зачем. Так, пусть что-то не подойти, выгоняем, короче. Так. Тут еще просто. Раз, и все готово. Коньки ты, пожалуйста, муж. Он весь отложить закончился. Сразу ясно стоит. Светло. Красиво так. Рассвет, какая это день сейчас, полдень. Эй, что за дик, куда пошел? Ай, блин. Дохнуть надо. Так, заходим. Что-то зомби алкаши жить. Тяжелый металл. Это самый мощный этрический мод. Такой еще. Мне так жаль, Карл. Мне очень. Очень жаль. Так, сейчас, сейчас. Послушаем, что она... Хладнокровная. Выполнил хладнокровную. Так, гости пока не надо магии. Несуин достал уже. Постеры. Сейчас развешу. Так, вздох. Взял напитки под тупом. Спирит совещание. Так, это не брал. И кажется, нашел шпионский. Нарышим, чем помочь. Да, все почти сделаешь. Осталось совсем немного тут пройти. Я знаю, что я мало времени уделял тебе с Джеки. Пошли, что ли, сразу так. Побежай, точнее, слишком много их. Чека, ну куда я захожу набежать? А, показалось. Так. В работе, но я пишу это для тебя. Лихстак, давай, лихстак. Что... Так. Когти, не знаю пока. Тяжесть, шок. Молотка. Кто-то найдет. Ну и что у нас тут? Дубинка нужна. Тихо. Спокойно. Побежимся просто, слишком много их, слишком много. А уже топу сохрал просто. Так. Достижение. Аплевел. Качаем. Полностью оружие сильно. Так, стоп, куда это надо? А, да, вверх, наверное, все вверх. Так, остался я и сахаром, только на тебе остался. Давай. Вот так, группы сразу, все. Забрали. Так. Нормалек. Берем еще задание. Так, город сейчас так. Начнем такая. Начнем наезд. Голос неба. Да. Так. А, нет. Вас слишком много. Спокойно, спокойно. Тихо. Чё бы за подрастка тут немного? Тихо. Давай.
Есть. Давай, давай сюда. Что, не придумал? Убил, дай бить, не придумал. Ладно. Ладно, давай у нас. Так, только если таран нужно находиться. Я тут уже ходил везде. Сюда наверх пошли тогда. Так. Тут тупик. Откроем-ка. Вот только давай, тут хорошие деньги можно. Эту штуку. Так. Так, нормально. Еще у нас идет так. Вот что-то интересное есть. Ну, да, не зависит. Уже пробовал за раз. Так. Хорошо, скоро кафе будет, ресторан, то есть. Каянна, то есть Сергеем. Так. Совсем близко. А, не надо. Так, я верно иду. А, да, верно, все. А, вот так тебе. Загорелся наш. Да тихо. Ну вы такие взялись. Да хорош, у меня сзади подкрался. Да все, не хочу с вами. Выходим сюда. Убиваем. Вот ресторанчик наш пихан. Блин, ножи кидаются. Вдвоем сюда быстрее. Закрываемся, ребята. Хух. Сбежаем. Так, видно, что Каян тут то есть Сергей живет. Пропуск. Не могу поверить, что они ушли без меня. Ну, бывает. Я бы шел к тебе, к этого Николая. Если хочешь, чтоб тебя обслужили, то и думать забудь. Мои друзья собрали манатки и уехали. И бросили меня тут помирать. Они где-то спрятались. Я как-то слышал, как они об этом говорили. Вроде где-то в джунглях. А меня кинули тут, совсем одного. Понятно. Мне придется еще и в джунгли идти. Окей. Окей, что у нас осталось? Кот на крыше, скорая помощь. Кот на крыше, не знаю. Стоит прямо сейчас идти туда. А, ладно, стоит, наверное. Так, трансферствуем на ником. Лекарство, так. Ну, как кот на крыше успели там, походу, сюжетного задания выполнить. Это вещание. Прошу, успел, прошу. Так, если подумать, я уже вроде все тут сделал. Так, ладно. Ладно. Ладно, Гуси, думаю, сегодня хватит. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, канал подписывайтесь. Жене будет в следующем выпуске. Всем новых встреч. Удачи.